треском небеса, и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя Красного Царя новоявленные Иуды. Когда? С какой стати Канаду к России присоединять? Не понял. С какой стати Канаду к России присоединять? Исконно русские земли. Да нет, это исконно русские земли. Это в США есть немножко, а в Канаде нет. Как нету? Ну так. Бандеровцы на добитке есть, в этом понимаете. Есть, ну и чё? Канада... Надо добить. Канада толерантная страна. Эдмонтон как репарации не задает. Я говорю, что Канада страна толерантная. Канада, здесь никого не забивает даже бандеровцы. Нет, ну нет. Ваш менталитет, а наш русский менталитет другой. Ну понятно. У нас... Не добили, дойдем, добьем. Репарациями Эдмонтон заберем. У нас бандеровцы даже приличные, не тоже в Украине. Ну, прилично себя ведут, в смысле, потому что они в канале. Понял? Вот так. Ладно, кончай троллить, я что-то... Вопрос у тебя есть по существу? Министр обороны, кто у вас? Да ты уж спрашивал, ладно. Есть вопросы по существу? Нету. Фрилан, если ты тебя поверить интересует. Наверное, зря жалел Деникин хама. Вопросы тебе? Да я не знаю, на какую тему вопросы. Ну какие ты обычно задаешь, кого встречаешь, как говорится, такие задавай. Ну хорошо, привет, ты откуда, дядя? Как тебя звать? Я Олег зовут. Оптовка, Белгородская область, а ты откуда? Какая область? Белгородская, а ты откуда? Нижегородская? Белгородская. Белгородская, ёбаная жизнь, блядь, такая связь, ни хрена не слышал. Я тебя нормально слышу, а ты откуда будешь? Полтава. Ясно. Слыхал ты это? Да я-то слыхал, а вот ты географию Украины не знаешь. Ну ладно. Чего это... знаешь про Полтаву, а ну дядька расскажи. Что, у вас вокзал, это самое, станции есть, Полтава Южная, Полтава Киевская. Молодец. А я то же самое могу сказать про Белгород, там тоже есть. Полтава. Белгород Южный, Белгород Киевский или Московский. Да плохо ты знаешь. Белгород есть, в Белгороде есть, Белгород главный, Белгород Сумской. На будущее знай, может быть, не все? Ну из таких вот дистанций, чтоб слово Белгород собирал. А ты откуда знаешь, что есть такие вокзалы? Ты что, проиграл? Ну я знаю хорошо. Я ж игры Белгородской области. Я же в Белгородской области. Ты проезжал по Полтаву? Да, проезжал. А ты географию Украины не знаешь. Воптовка это в Украине находится. Крупнейший автомобильный пешеходный переход. Не только Украина, даже Европа. Как ты проезжал? Ну ладно, связь тебя плохая. Учи географию Украины. Я все знаю, дядя, не грузи меня. Ну ты ж не знаешь, что Воптовка это не Белгородская область, я тебе поэтому и говорю. Это ж я тебя просто очень плохо тебя слышу. Ну ладно, настрой интернет тогда. Плохо слышно. И здесь на этом перекрестке. Сложно. I don't understand you. On English, please. No problem. If it's more convenient for you, we may have conversation in English. Where are you from? What? I'm from Kaliningrad, Russia. Oh, I see, okay. What my topic of your conversation with you? But у тебя no accent, просто пиздец. Это просто, ну, это целая хуйня. С акцентом русские люди понимают, ну ладно. Не важно. Чё, прикалываться, закончил или еще будешь прикалываться?
Да нет, я буду дальше прикалываться, ну ты тупой, натуре. Ну прикалывайся, я считаю, что ты тупой, это же оценочные, так сказать, выводы все. Ничего, насчет чего? Насчет Оттавы? Или что? Да, насчет всего. Насчет Оттавы, ты не можешь объяснить, с какой целью ты спрашивал у меня столицу Канады? Это твой уровень образования. Так. Я тебе повторяю, мой образование намного выше твоего. Дальше. Ну-ка, давай померимся кисками. Ну-ка. У тебя какое образование? Юридическое, хорошо. Ну, это по юридическому уже не спросишь. Спрошу. Вот тебе загадка. Чего? Я не слышу. Вот тебе вопрос. Рот, бля. Что ты не слышишь? Это... Злился юрист. Юрист. Наверное, зря жалел Деникин хама. Нет. Ну, я еще россиянин, а привет. Хочу передать им белорусу. Обожите. Ну, может, русский вам подойдет? Я русский вообще-то. Нет, ну даже россияне, русские не подходят. Русские где-то прячутся там в жопе, где-то мира, или прячутся, они называют россиян братским народом. Призывает Светлана Алексеевич, это лауреат Нобелевской премии, оказать помощь российскому народу, братскому народу. Дело в том, что россияне – это гражданство. Россияне аутентично не могут быть народом. Это совокупность народов. Алексеевич, она просит российский народ доказать то, что потому что Лукашенко избивает белорусский народ. Ну, я слышал, я понял, я слышал вас. А вы откуда будете? Вы откуда будете, если не секрет? Я с Украины. Мне нужно передать вот этот призыв Алексеевича россиянам. Они не хотят, что это, наверное, не братский народ. Два белоруса, сейчас фамилии вот этих мужиков я назову. Кравцов и Родинков сбежали в Украину, попытались. Находят по нашим СМИ и, ну, рассказывают там пресс-конференцию, так называют. Они представляют оппозицию Лукашенко. Не слышали? Ну, слышал, я фамилии не запоминал, но слышал, да. Что двое, да, ходят у вас, да, слышал. Очень много парня в Украине, журналисты. Ну, спрашивали, парни, а чей Крым? Они говорят, ну, это факт, это российский, а до юра это украинский. Это вопрос, мы не хотим поднимать. Так украинцы сказали, белорусские собаки и свиньи, тебе не мать с украинской земли. Вам все свиньи с уродом. И их, наверное, будут выдворять из Украины. Каких, ну, хуёвков. Побежал дальше, давай, отдыхай. Ну да, побежал. И здесь, на этом перекрестке. Чего вы спрашиваете? Как зовут мужа, что ли, или что вы спросили? Юлия Савичева, супруга. Ну, не, как зовут, не знаю, это космонавтка. Супруг тоже у нее какой-то космонавт вроде. А что вас так, зачем это вас интересует? Сучье семя, а вы ветем за родную Россию, как Руси их рассеем, тяжела будет исповедь. А за себя он был совсем не разговорник. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра совместный стрим. Не надо испытывать наше терпение. На любом